карта была готова. С такой картой можно смело путешествовать по Заморью. Но первым делом нужно раздобыть лунные кольца. Поэтому они отправились в гости к двуглавому осьминогу. Были так счастливы встретить своего друга, двуглавого осьминога, что подхватили его и закружили над Заморьем. Но, услышав о цели их путешествия, двуглавый осьминог твердо решил: «Ребята, я отправляюсь вместе с вами!»